Говорит и показывает Винница, и Винница, центральная Украина. И мы ведем наш репортаж с Винницкого стадиона «Олимп». «Олимп», «Политех», «Вишенка». И готовится старт на милю. Илья Сосницкий. Сосницкий Илья. Винницкое время 17:00. И старт через одну минуту. Тренера Петр Яковлевич Сарафенюк и стартер нашего забега Олег Пригорницкий. Это также тренера СДС «Ушор» детской спортивной школы Винницы. Готовимся к старту. Старт через 10 секунд. Итак, старт на одну милю. Это 1609 метров. Если все готовы, судьи, тренера, стартер и Орешек Продакшн представляет. Готовы? Марш! Руш! И дан старт, да, вот в целях безопасности на данный момент, да, именно так вот старт по одному. Сегодня с утра у нас были забеги, смотрели, да, вы посмотрите наше видео и оцените. YouTube, Андрей Орешек. Сегодня были утренние забеги и ветеранов, и молодежи. Женские забеги, мужские также. И вот вечернее время. Почему? Потому что не получилось у Ильи Сосницкого. Учеба в первую очередь. Винницкий стадион «Олимп» имени Ярослава Кулика. Преподаватель политеха. Известный человек в мире спорта. К сожалению, у него с нами его нет. Вечная память. Так, время нам озвучьте, пожалуйста, Петр Яковлевич. 1:04 и 3. 1:04 и 3. И вы видите, мы ведем полную трансляцию забега. Ни влево, ни вправо мы ничего не уводим. Такие правила нашего забега. Ну тут надо, видишь, поправлять еще. Тут. Олег Пригорницкий рядом со мной помогает. Да, зеленая травка прекрасная. Илья чемпион Украины и призер чемпионата Украины по кроссу. Участник чемпионата Европы по кроссу. Можно, между прочим. Так что спортсмен хороший. Но это не между прочим, это главное. Это кандидат очень, мастера спорта, так? Да, очень важно, да. Сейчас такой достаточно сильный ветер идет и дождь. Вот, но дождик не мелкий, неприятный. Так. Ничего не мешает спортсмену работать над собой, бороться. Так, время и сколько остается участнику? 1:12. 2:12 800 метров пробежал спортсмен. Еще сколько это получается? Еще два круга. Два круга. Старается, борется с погодой. 30 мая на календаре, 2020 год, суббота. Прохладный воздух, плюс 13. Это прохладно для мая, так. Влажная погода, влажность 96% на данный момент. Моросящий дождик, моросящий. Встречный северный ветер. Ну, ветер я не вижу по кустам, так не сильно ветерок, но... Возможно, где-то он там, вот дальше, около гаража, он там где-то и получается ветерок. Особенно для парашютистов. Да, но местонахождение вот очень удобное для бега, для стадиончика. Для стадиончика очень хорошо, да. Илья Сосницкий, я напомню, Винница, кандидат мастера спорта. Одна миля, дистанция нестандартная. Начинает набегать. Ну, такое условие для коммерческого турнира. Это коммерческий турнир, напомню, есть денежные там, но... Пока мы тут тонкости не будем, нам надо время, четкое видео, сделать картинку. Такие условия этих соревнований. И участники во всех городах Украины принимают участие. Итак, это финиш у нас, так? Финиш.
Ну, набегает, есть силы, есть порох в пороховницах. 200 метров до финиша. Остается 200 метров, 200 метров. Илья Сосницкий. Винница. К сожалению, да, на трибунах у нас мы покажем 0. Да, вот тренер, стартер и Орешек Продакшн. Желательно, чтобы кто желает, пожалуйста, бегать, заниматься в любое время. Набегай, набегай, Илья! Илья Сосницкий, финиш. И бурные аплодисменты, да, вот, вот, вот. Финиш. И время вы по видео также можете определить. 4:30:86. Петр Яковлевич Сарафенюк, тренер Ильи. Вот такие у нас трибуны, да. Ну, к сожалению, они подуставшие уже, досочки такие уже. Так, и время. Тут светлее. Надо сейчас. Надо, чтобы ты с той стороны. Или вот так вот мы попробуем наоборот сделать. Развернись. Да, сейчас мы все запечатлим. И с такого ракурса у нас время. Ага, вот так вот. Вот так, пожалуйста. Но по видео мы также все определим. Благодарим, Петр Яковлевич и Олег Пригорницкий с нами. Ну и Илья, конечно, интервью, флеш-интервью. Занимайтесь, пожалуйста, стадион для вас. Тут вход свободный, бескоштовный. Кто желает, пожалуйста, пока бескоштовный, приходите в любое время, пока студенты, начнется учеба студентов. Да, тут, возможно, и мест не будет. Но, пожалуйста, кто желает, местные жители, гости, пожалуйста, приходите, приезжайте и занимайтесь. Первого тоже входит. Коля согласен, то же самое. Илья Сосницкий. Это первый старт после перерыва, так? После карантина? Да. Ну, если это можно назвать стартом, контрольная тренировка, скорее. Так, а перерыв бегал как? Занимался? Было время? Конечно, было, карантин же. Так, ну и как себя чувствуешь? Как бежалось? Ну, бежалось, можно было бы лучше по самочувствию. Ага. Когда следующие старты? Вторник. Не предсказывать, что вторник. Вторник минимум. Да. Во вторник. 2 числа. Желаем успеха. Всего тебе хорошего, дорогой. Давай, счастливо. Ждем следующих стартов. Ну и на этом мы нашу... Это стадион времен Советского Союза. Ну, когда будут изменения здесь на стадионе? Кто-то знает об этом? Или так все оно и будет еще лет 60? Враховуючи, что это стадион політехнического університету, то это теж непоганий стадион. Кстати, вчера... Желаем всем успеха. Дождик усиливается. И Ориш Продакшн с вами. Занимайтесь, бегайте и приглашайте, пожалуйста, 067-1867-212. Всем хорошего спортивного настроения. Чао, какао, ауфидрузейн. Гудбай. До побачення. До побачення, дорогие.